Друзья мои, всем привет! Привет-привет! Слушайте, хочу вам показать рецепт очень крутого ппшного салата. Вам он обязательно понравится. Тут всего 5 ингредиентов. Это огурцы, сыр, йогурт. У меня, знаете, какой натуральный, с массовой долей жира 2,1. Господи, тут было какое-то модное слово по поводу протеина. Высокое содержание белка. Вот. Куриная грудка и горошек. Я еще туда добавляю укроп. Можно и без него. Все на самом деле очень просто. Нереально крутой салат. Просто нереально крутой салат. Все режется. Надо побольше тарелку. Хочу нарезать сразу много, чтобы по 100 раз не готовить. Свет ужасный, да? Это так еще хуже. Ой, господи, так и живем. Сейчас смотрите. Все режем очень мелко. Сейчас. Да, не настолько. Смотрите. Блять, как бы встать так, чтобы всем все было видно. Ну, вот как. У меня еще телефон на зарядке просто. О, а по-моему, отлично говорит. Смотрите. Ну, короче, нарезаем очень мелко огурцы. Эту херню можно дать собаку. Ась, голос. Смотрите. Они прям с ума сходят от огурцов. Просто балдеют. Так, едем дальше. Руки помыть надо. Собаки. Помыть. Все, вот ничего, но чуть-чуть приподнять. Это будет прекрасно. Да. Что, поехали? А сиди все нахер. Сейчас будешь, блядь, прыгать. Видите, как я мелко режу? Мне кажется, просто чем мельче, тем вкуснее. Когда такие огромные куски, куда вот их, блядь, засовывать? Знаете совет, как не резать пальцы, если вы быстро режете, к примеру, или мелко режете? Сейчас вам покажу. Это реально прикольный, точнее рабочий такой совет. Только нож должен быть, у ножа должно быть, это как она называется-то, вот эта штука, побольше. И нож нужно держать не вот так, правильно, а вот так. То есть вы держите нож обычно. Совершенно обычно. Сейчас вместе уберу. Смотрите, когда вы режете, вот так, да? Когда вы режете, у вас фаланга должна быть впереди, и она должна вот так вот об нож упираться. Тогда вы никогда не порежетесь. Ну, этим ножом тяжелее сделать, но я попытаюсь. Вот, и это. Можно просто реально очень тонкие резать, посмотрите. И тогда у вас не порежутся пальцы. Но это очень удобно делать с ножом, который... Как это называется-то, блядь? Вылетело из головы. Как эта штука называется? Блин, если кто-то напишет комментарий, я прям вас расцелую. Реально, я не помню, как это называется штука. Так, и так, собственно, все три... ножа. Ой, блядь, три ножа. Блядь. Итак, все три огурца. Думаю о ноже. Кушайте, зайки. Кушайте. Упал огурец. Пусть кушает. Они любят огурцы.
Им огурцы можно. Что ж нельзя-то, господи, девки молодые. Одной уже 11 лет, другой 13, наверное. Или 10 и 12. Разница 2 года, но вот что у них там с возрастом, я уже запутался, честно говоря. Столько живут. Конечно, пусть еще живут. Они у меня хорошие. Удобнее вот так пополам разложить. Очевидно, нет. Вот. И поехали. И фаланги. Этим ножом реально очень, ну не очень удобно, потому что он без этой хуйни. Все, и вот теперь, смотрите, вот эти тонкие палочки. Режете. Покажу, как это мелко вообще получается. Так, ну смотрите, видели, да, какие у меня огурцы были? Вот такие огурцы, вот такого размера. 3 штуки на куриную грудку. Куриная грудка 200 граммов, 182 на куриную грудку. 3 огурца, смотрите, как получается мелко. Понимаете? Как на окрошечку. Сейчас не туда кинул. Так, дальше куриная грудка, собственно. Грязный пакет положил на доску, на чисто. Не повторяйте за мной это. Смотрите, грудку сначала разрезаем вот так на 3 раза, чтобы тоже были тонкие куски. Видите, сейчас покажу. Вот была грудка, и разрезали ее на 3, ой, и на 3 кусочка. И теперь каждый отдельно, не ленимся, каждый отдельно режем с любовью. Салат очень крутой, очень крутой. Здесь ничего калорийного, ничего жирного, ничего вредного. Это реально очень крутой салат. Это очень крутой салат. Я его нашел недавно. Я просто уже его делаю, не знаю, раз... Пошли нахер отсюда. Раз 5 уже, наверное. Но реально очень вкусный. Я прям делаю много, чтобы, блядь, на дня 2 хватило. Хотя он приготовление вообще, ну, не знаю, ну, блядь, 15 минут. Ничего отваривать не надо. Грудка, кстати, куплена в этом. В избенке уже готовая. То есть она со специями даже. Это даже нам на руку. Можно отварить. Будет дешевле. Ну что, специи не ест, пожалуйста, отварите в чистом виде. И это. И ешьте. Главное тоненько, потому что, блин, толстые куски — это вообще невкусно. Так. А, дальше. Дальше у нас идет сыр. Сыр я купил. Какой-то алтайский, полутвердый. Вот так он выглядит. Здесь знаете сколько граммов-то? Сколько здесь граммов-то, блядь? О, господи, господи. Реально, сколько здесь граммов? Где чем, блядь? Почему здесь граммов нет?
Подождите, ребят. Чтобы точно вам дать понять. Так, куриная грудка, филе. Она стоит 146 рублей. Вот за вот эту маленькую грудку. Поэтому, говорю, выгоднее отварить. Но мне лень. Мне очень лень варить. Так, а это что мы смотрим? Сыр. Сыр алтайский, полутвердый. 235 рублей. И здесь тоже, блядь, не указано, сколько граммов. Двести граммов. Нам надо на эту порцию, слушайте, ну граммов 100-150-то надо, ну 100. Давайте пока 100 порежем, половину. Половинку. Видите, еще раз пополам я его режу. Пополам не получилось, нож съехал. Режем еще раз. В общем, короче, мелко должно быть. Ася, иди нахер. Сколько можно попрошайничать? Ася просто знает, что у меня все может сыпаться. И она просто обнаучена этим. Она 100% знает, что что-то перепадет в заготовку. Ася своего не упустит, и риса тут тоже здесь, тут как тут. Как и риса может, блядь, пропустить? Ой. Они у меня, кстати, едят только сухой корм, только, много-много-много лет, только сухой корм. Ну и вот эти палочки для зубов грызть, которые им очень-очень безумно нравятся. Которые называют их одним словом, на которые они реагируют очень активно и бурно. Так, сыр. Сыр не обязательно этот. Ну, главное, чтобы он твердый был, чтобы вы смогли его нарезать. Рикотта не подойдет, понимаете, да? То есть, ну, обычный, блядь, любой российский, ну, любой, который вы любите, который вам нравится, который в магазине был на этот момент, когда вы покупали. Говорю, 150. 150 будет идеально. Так, сейчас. Сейчас дорежу. Ничего не надо, варить ничего не надо. Салат просто идеальный. На скорую руку, быстро, вкусно, полезно. Так, все, сыра точно хватит. Теперь горошек без воды. Воду сливаем. Вот этого горошка здесь сколько? Ай, блядь, течет. Здесь продукта 245 граммов. Знаете, сколько стоит этот избенки этот горошек? В избенке он стоит 72 рубля всего. Так. Так как его будет много, я не буду воду сливать. Просто достану оттуда. Аккуратно солю воду так ложкой. Половину надо. Это вообще написано 400 граммов банка, но это вес с водой. Я так понимаю. А, нет, блядь. 400 граммов это вес... нет, это вес этого продукта. 425 с водой. Получается 200 граммов на... с
салат. Прекрасно. Что за 200? Можно все. Конечно, можно все. Короче, можно все. Ну тут осталось-то. Что оставлять? Теперь это все. Солим, перчим. Сейчас, секунду. О, у меня, кстати, есть салатная приправа. Уже для салата. Из избенки, опять же. Вкусвилл. Что здесь? Соль морская, чеснок, лук сушеный, перец черный молотый, паприка молотая. Паприка молотая, укроп сушеный. Петрушка, кстати, еще укроп есть вот такой. И он сейчас тоже сюда пойдет. Я про него забыл. Сейчас. Ну что, блядь, достают, блядь? По одной, блядь, вот веточки. Это достаточно. Так, типа помыли. Так, ну что, это не буду ходить, я буду это отсюда брать все специи. Ой, как вкусно пахнет. Я всю почти высыпал. Сколько здесь граммов? 15. Нормально. Граммов 10 я высыпал. И заправляем йогуртом натуральным с массовой долей жира 21. Так. И это, собственно, все. Последнее. Двумя баночками. Сколько в баночке в одной? 125 граммов. Будет сочный зато. Можно заправить греческим. Просто я до этого заправлял греческим всегда. Сегодня я увидел, говорю, вот этот с высоким содержанием белка. Белка здесь 9 граммов, а жира 2,1. Это очень крутой йогурт. Очень. Вот смотрите, какой он. Реально, кто на ПП, очень крутой йогурт. Смотрел йогурт ли это. Все перемешиваем. Можно ему дать постоять минут 15-20. И вот эти специи, которые мы сыпали из этого пакета, они еще раскроются. И будет вкусно. Блять.
Смотрите, блядь, тут как тут, смотрите. Все подбирают, блядь. Все. Весь салат. Приятного аппетита. Всем пока, я убираться.